Воздушно-десантные войска празднуют 91 год со дня своего основания. Голубые береты, полосатые тельняшки и развивающиеся флаги ВДВ. День воздушно-десантных войск традиционно отмечают в начале последнего месяца лета, 2 августа. Именно в этот день, в 1930 году, на учениях под Воронежем впервые высадился парашютный десант. Купание в фонтанах и крики за ВДВ – вот с чем у большинства обывателей ассоциируется этот праздник. Но есть и те, кто знает историю памятного дня и понимает, что празднование ВДВ – это не только веселые гуляния. ВДВ, как войска, вид войск, очень важен. Они хорошо себя, прекрасно себя проявили в различных конфликтах, где отстаивали, так сказать, нашу страну, нашу родину. Боевые ребята прекрасные, с хорошим чувством долга. Военные парашютисты охотно делятся личными историями о том, как они попали в воздушно-десантные войска. Многие из них были отправлены в ВДВ через военкомат. Мы сначала призывались, должны были призываться 16 июля в армию. 14 июня, в день защиты диплома, нас приехали с военкомата, всех привезли в военкомат и оттуда отправили. Попали на вторую речку, на распределитель. И всех, кто нас призвали, всех, кто забрали в ВДВ. Рассказали десантники о своих впечатлениях от первого прыжка с парашютом. Кто-то допускал самую распространенную ошибку – смотрел перед прыжком вниз. Для некоторых первый прыжок был не таким волнительным, в отличие от второго. Первый прыжок был самый нестрашный, как оказалось. Потому что ты еще не знал и не думал даже о том, что будет впереди. А вот второй прыжок – это был самый страшный момент в моей жизни. Второй прыжок был очень страшный, потому что за первый раз ты уже понял, что будет с тобой происходить, и во второй раз было намного страшнее, и много преодолеть было именно второй прыжок. Поздравить своих сослуживцев на набережной спортивной гавани пришел председатель Союза десантников Приморского края Андрей Воденников. Самое главное, хотелось бы пожелать, чтобы у всех в семьях был покой, благодать, всегда было мирное небо над нашими головами, и чтобы наша жизнь была без потрясений и без войн. В Приморском крае местом базирования одной из элитных дивизий российской армии является город Уссурийск. Здесь расположена 83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада. Поэтому для нашего края День ВДВ поистине значимый праздник. Анастасия Лямкина, Игорь Егоров, Яна Якубич. Новости на восьмом.